Это ты постоянно ставишь дизлайки и пишешь плохие комментарии? Да-да, это я сам, и что ты мне сделаешь? Так, Дарк, давай-ка, за борт его. Да, за борт, все. И так будет с каждым, капитан? Да, с каждым. Особенно с теми, кто не успеет поставить лайк за 5 секунд и подписаться на мой канал. Вы готовы, друзья? Я считаю. Раз, два, три, четыре, пять! Что ж, ну а те, кто не успел, мы идем за вами. Ха-ха-ха-ха. Хайо, дорогие друзья, сегодня мы, ребята, как всегда, продолжаем играть в Гаррис Мод. С вами снова я, Слайк Маст и Дарк. И мы сегодня, ребята, устроим очень крутой, просто безумный эксперимент. Железный человек против монстров Тревора Хендерсона. Здорово, народ! Ну и, ребята, смотрите, самый настоящий Iron Man, Железный человек, Тони Старк. В его такой вот железной броне. Точнее, она, ребята, не совсем железная. Она вроде сделана, если не ошибаюсь, из золота и титана. Да, ребята, сплав золота и титана, по крайней мере, Марк 3. Ну и сегодня, ребята, Железный Человек будет сражаться против монстров Тревора Хендерсона, против всевозможных и больших, и маленьких. Посмотрим, ребята, на что он способен. Так-то, ребят, он победил Таноса, поэтому Железный Человек, ребят, довольно-таки сильный. У нас уже был Халк, его, так скажем, напарник. Еще один супергерой Марвел. Он, ребята, тоже сражался против монстров Тревора Хендерсона. Вот сегодня Железный Человек. Ну и, конечно же, ребята, пишите в комментариях, кого нам еще взять из Марвел против монстров Тревора Хендерсона. Возможно, ребята, Таноса, Капитана Америка, Тора, либо еще кого-нибудь. Кстати, Дарк, Халкбастер, помнишь, есть еще Халкбастер? Да-да-да. Огромный гигантский, так скажем, полуробот, полукостюм Железного Человека. Пишите, ребята, комментарии, ставьте лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал, потому что, ребята, многие из вас смотрят, но почему-то еще до сих пор не подписаны. Ну и, ребята, наша битва начинается. Кстати, мы, ребят, будем с Дарком играть по очереди за Железного Человека. Точнее, мы и так уже как бы играем. Сражаться будем по очереди против мультяшных монстров и других, ребята, монстров Тревора Хендерсона. Кстати, да, ребята, первый у нас мультяшный монстр, мультяшный кот. Первый, ребят, монстр Тревора Хендерсона и первый, ребят, Дарк будет. Так, ну и по характеристикам, ребята, у Железного Человека есть очень-очень много всевозможных скиллов, суперспособностей, так скажем. Точнее, ребят, его костюма, конечно же. Суперудары, выстрелы из репульсоров, даже он, ребята, может вызвать со спутника, спутниковый удар. Представьте, ребят, себе орбитальную пушку может вызвать на какую-то цель. Также, конечно же, умеет летать и так далее, но, конечно же, это, ребят, все будет постепенно. Также, Дарк, давай, наверное, пока что в рукопашку, один на один против мультяшного кота. Готов? Да. Так, все, ребята, битва начинается. Так, кто кого... Что? На-на-на. А, чё, ко мне он идет? Я думал, ты его уже убил. Получай, кот. Ну, кстати, смотрите, ребята, котик неплохо так. Пока что справляется, держится. Обычным ударом выдерживает, слушай. Угу, вижу. И где он? Он внизу. Ну что, давай выстрел, может, из репульсоров? Давай, а каких репульсоров, слабых сначала висит? Ну давай пока что со слабых. Хорошо. Ну, по-моему, ребятам пофиг. Видите? Ты хочешь сильного стрельнуть? О, смотри, смотри, он сзади, сзади, сзади. Где, где, где? А он, блин, ребят, видите, я даже не успеваю. Кот телепортируется, Железный Человек, точнее, ребят, Дарк, летает у нас. Постоянно где-то они, ребят, находятся. Только не в кадре, только не прям, ребят, у вас на экране. Где-то кто-то летает. Опять, гаденыш, либо а? Телепортируется. Давай, завали его. Ну, кстати, знаешь, уже Железный Человек не такой, наверное, сильный, как Халк, по идее. Так, ладно, кот не надоел. Используй свою пушку. Хорошо. Это, ребят, чисто была рукопашка. Все. Понятно. А-а-а. Так нужно было, по-моему, с самого начала. Короче, да, ребят. Если Железный Человек будет драться прямо вот обычно, по правилам рукопашку, то, конечно же, будет долго месить мультяшного кота. И не факт даже то, что, ребята, его заварит. Но мне кажется, Железный Человек посильнее будет мультяшного, например, кота. А вот, ребята, выстрел из репульсоров, конечно же, зарешал. И теперь давайте я, ребят, поиграю против какого-нибудь монстра Тревора Хендерсона. Дарк, выбирай. Давай какой-нибудь мультяшный, тоже монстр, наверное. Угага, нет, ты будешь драться с Хамсамов. С Хамсамом? А потом да. Давай мы с тобой вдвоем будем против целой армии мультяшных монстров. Хорошая, да, ребята, прав, идея. Прав. Давай, давай. Погнали. Ну и теперь, ребята, моя очередь. Так, раз. Давай, покажем, что ты способен. И, друзья. Тони Славик. Три. Все, полетели. Так. Ты слишком высоко как-то полетел. Но, так, ребята. Колотим его, колотим. Нифига себе, кстати. А он, ребят, видите, довольно-таки больно дерется. Угу. Так, но. Ага, нифига себе. Не получается так, ребят. Легко. Ну, хотя бы не телепортируется с ПЦ ударов, как он. Хотя бы он, ребят, не телепортируется. И уже на этом спасибо. Так, приветики. Избиваем его, избиваем, избиваем. Вот пока что, ребята, в целом, да, ничего критического для меня. Монстров. Так, 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 давайте.
Вот еще один ударчик. Главное, смотрите, ребят, прям на него падать. О, смотри, смотри, Дарк. Да, прыгаю. Хитрый способ. А, мне подкинул, подкинул, смотри. Так, ребята, понимаете? О, он меня скинул все-таки. Так, еще давайте, дорогие друзья, несколько ударов. Бей, бей, бей. Да бью, бью. Сильный довольно-таки, друзья, монстр. Пульсоров. Со слабых? С сильных? Ну да, со слабых, думаю, пока. А может сразу с сильного стрельнуть? Ты можешь с сильного. Так, давайте, ребят, может вот это вот попробуем, а ну-ка. Сейчас, подходим. О! Ого. Это, ребята, супер удар. Я, получается, стрельнул нагрудным вот этим репульсором, в упор так подошел и просто его сжег. Ты кстати, видел? Не подумайте, что обычные удары Тони Старка слабые. Вот смотрите, ребят, какой-нибудь комбайн. Так, подходим и все. Одного удара парню хватило. Угу. В общем, да, ребята, Железный Человек реально силен. И давайте мы прямо сейчас же с Дарком сразимся против огромной армии мультяшных монстров. Как ты тут, мой брат Тони Дарк? Нормально? Ну что, братан Тони Славик, нормально. Смотрите, ребята, сколько мультяшных монстров. Смотрите, ребята, ряд мультяшных мышей, потом ряд мультяшных псов, ряд мультяшных котопсов и ряд мультяшных котов. Целых 4 ряда. Очень-очень много монстров, ну, наверное, штук. Кажется, они нас заметили. 50-60. Так, офигеть, полетели. Класс, с репульсоров пока стреляем. Не, а я сразу в рукопашечку. Не-не, ребят, в рукопашку я лучше не идти. Дарк, у меня минус 1500 хп, ты понимаешь? Ну, конечно, в таком. Давай с репульсоров стреляй. А я, ребят, в рукопашечку снова. Ой-ой-ой, их слишком, ребята, плохая много. Плохая идея. Короче, все, ребята, переходим на репульсоры. Мне это может, надоело. Репульсор? На, давай. На! Тварь, на! Вы это, друзья, видели? А, ребят, смотрите, еще и здесь, огонь, здесь, огонь, здесь. Огонь, стреляй, лагает, стреляй, лагает, лагает. Так. На! Сколько я убил за выстрел, ты видел? Нифига себе. Все, давай, Дарк, пока с другими в рукопашку разберемся. Хватит, я думаю. Хорошо, думаю, так, после так, выстрела так, так, можно в рукопашку. Деремся, ребята, бьем их, бьем. Тихо, тихо, тихо. Мощненько, мощненько. Они, друзья, довольно-таки дерутся, знаете ли. Так, вот, удар. На, неплохой. Монстр. Так, у меня есть, ребят, получай. Довольно-таки много всевозможных ого. Мощных ударов. Так, смотрите. Картун, как ты, кстати, переживает так, несколько так, мощных ударов. Да, я вижу. О, ребят, смотрите, есть. Получай, 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 получай. Есть, еще минус телепортировался, один. Телепортировался, нет, он телепортировался. А, он телепортировался, понял. Да. А этого точно я убил. И смотрите, ребят, мультяшная мышка самая последняя. Мультяшная мышка, получай. На. Не, подожди, давай все пульсора. Нет! Фух, все. Сорян. О, смотри, вдали там еще какой-то монстр. Где-где? Стреляем по ней, мышка. Оставь мне, оставь мне. Я хочу, ребята, хорошо, с репульсора. Хорошо, хорошо. Так, разведу, стреляем. Если еще эти твари. На, все. Она уклонилась, как? Ну, конечно же, мы, ребята, уничтожили. Да-да-да. О, ребята, смотрите. Пока мы убивали армию мультяшных монстров, сюда еще... Видите, прибыла армия хэмсамов, а им уже остановись на минутку. Слушай, да, Дарк, да. А может давай мы против них уже подеремся именно нормально? Короче, ребята, больше не используем мы, получается, репульсоры пока что. Давайте в рукопашечку попробуем. А ну-ка. Так, так, нифига себе, кстати. И мужики, ребята, мощные. А, их очень много. Да, 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 да. Много, да, много. Сильные, сильные ребята. Избивают, избивают. А, тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. О! Бью, бью, бью. Ну что, ребята, давайте теперь наконец-то репульсор! В смысле, а почему они еще живы? Они пережили? Ну-ка. Ну, ненадолго. Ага. Ненадолго. Вот. Ой, как их выкашивают, ты посмотри. Да, ребят, смотрите, просто нереально мы их выкашиваем. Слушай, давай, все, Дарк, в рукопашечку. В рукопашечку, в рукопашечку. Давай, давай, давай. Давайте, ребята. Так, бьем их, вот, одного. Сейчас еще вот этого. Так, 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 так. Ну, короче, ладно, ребят. В принципе, что мучиться, давайте, в принципе, стрельнем. И просто в рукопашку последнего забиваем. Давай ДМ забьем его. Давай, 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 давай. Так, вот, все. Все, готов. Было реально, ребята, мощно. Получается, мы только что завалили огромную армию мультяшных монстров. Мультяшных, ребята, котов, котопсов, мышей и псов. Ну и также вы, ребят, убили армию и мужиков. И давайте мы сейчас посражаемся против других монстров Тревора Хендерсона. Ну и, ребята, следующий монстр Тревора Хендерсона – это существо из кинотеатра. Ну что, Дарк, ты готов? Да. Давайте, ребята, раз, два, три, и все. Они, ребят, нас атакуют. Так, стреляем по ним. Давайте, с репульсоров. С репульсоров. Пока давай, что, ребят, давай, давай. С легких маленьких репульсоров. А, ты решил бомбу по ним покидать? Да. Нифига да. себе.
Так, а я сейчас, смотрите, ребят, просто рукопашку. Ого, они, кстати, больно, ребят, смотрите, бьются. Конечно. Так, же. Так, стреляем по ним. Ребят. Да, ребята, монстры Тревора Хендерсона реально сильные. Так, 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 так. А, их слишком много. Фу. Вы это видели? Так, хорошо. Все, Дарк, хватит бомбы кидать. На! Ну, ты прав. Офигеть! Ребята! Как там, в порядке? Да вроде еще пока что живу. Ой-ой-ой. Так, держи их пока там, держи их пока держу, там. Держу, держу, держу. Я вызываю на них слабый орбитальный удар. Давай-ка. Ребята, еще один прыжок. Так, скажешь, когда... Все, все, беги, беги. Улетаем, улетаем. О! Они еще живы. Смотри. Они, ребят, смотрите, еще живы. Сильные засранцы. Предлагаю стрельнуть с них сильного репульсора. Но я в рукопашку себе дерусь. Так, их, правда, ребят, очень много. Репульсора, отойди. Давай. На! На! Ого! Получил. Ай, спасибо, Дарк. Прям по мне взял, попал. Наши костюмы защищены от этого? Да, ребят, костюмы защищают от этого. Подожди, последнего! В рукопашку надо было, блин, а? Ладно, ребят, давайте мы прямо сейчас же возьмем еще более мощных монстров Тревора, потому что пока что все эти... Ну, это, ребят, начально обычные маленькие монстры, что-то какие-то они пока что реально слабые для нашего железного человека. Ну и, ребята, следующий монстр Тревора Хендерсона — это старый детектив, Old Detective. Че, Дар, готовы разносить? Да, готов. Все, ребята, врубаем и... Раз, два, три! А я опять давайте в рукопашку, а нет... А нет, а нет. А, о, что? Они стреляют, Дарк! Дарк, они стреляют! Стреляются, отстреливаются, негодяи. Получайте. Ребят, вы это видели? Чё-то мне совсем это не понравилось. Так, стреляем давайте по ним. Ой, Дарк, смотри, сейчас они тебя ещё сейчас и завалят. Так, беги оттуда. Беги, беги. Получайте. Ай, смотрите, да, ребята, даже просто мне жесть. Кот. Так, ладненько, убиваем их, ребят, в рукопашку. Так, все. Все, я тоже буду играть по крупному. Так, 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 так. Аккуратнее. Ай, ребята, нифига себе, они меня сейчас завалят, завалят, завалят. Беги, беги. Да. Получайте. Бегу, бегу, бегу. Они, ты понимаешь, они дают взлететь. Они сбивают тебя своими выстрелами. О, другое, друзья, дело. Все, подожди, Дарк, последний, последний, последний. Не убивай его. Не убивай. Стрельнул в сторону. Все, так. Приуныл как-то. Угу. Похоже, ребят, тут сломался. Я его убил. Как-то это было, ребята, не слишком сложно, но довольно-таки прикольно. И давайте мы, ребята, прямо сейчас же возьмем какой-нибудь монстра Тревора Хендерсона побольше. И, ребята, посражаемся сразу против целой армии. Ну и, ребята, следующий монстр Тревора Хендерсона это ходячее молоко. Реально, ребята, уже большие монстры. Так что, ребят, сначала давайте попробуем, может, в рукопашку. Они вроде не стреляют, ничего такого не делают, в отличие от предыдущих. Так, раз, два, три, все, полетели. Так. Ах, нифига себе. Дарк, я тебе так скажу. Сильные довольно-таки монстры. Так, ребят, подрываем их, подрываем. Так. Сейчас, ребята, все. Давайте мы их уничтожим. Стреляем. Я даже колпаки репульсорами. Понимаете, ребят, репульсорами даже коробку сложно сбить. Так, ладненько. Давайте попробуем так вот, ребят, залететь. И сверху налететь. А, нифига себе. Нифига себе, Дарк. Ты это видел? Я их недооцениваю. Угу. Вот это реально, ребят, уже большие монстры и опасные. Хорошо, хоть они не умеют лазить. Так, деремся, деремся. Ладно, тогда перегружу сильные репульсоры. А! Смотри, тихо, они тихо, удерживают тихо. Сильные репульсоры. Сильный репульсор выдерживают? Да. Используем? Да, огонь. Смотри, они держат. Смотрите, да, ребята. Так, стреляй прямо в молоко вот в это вот, в коробочку картонную. Так. Капец, смысл, ребята, что они такие живучие? Сейчас, может, мы промахиваемся как-то? Не знаю. Да вроде нет. А ну-ка сейчас, ребят, подлечу, давайте, и сверху. О, смотри, сбили, сбили с одного коробку. Сбил, вижу, вижу, вижу. Ой, они злятся. Все, отлично, отлично, ребят, стреляем. Огонь. Что отлично-то, они злятся. Ну, это хорошо то, что они злятся. Бой будет интересный. Огонь. Или последним для нас он станет. Может быть, ребят, и последним. Так, пролетаем, 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 наводимся. Нифига себе. Так, давайте, ребята, по вот этому стрельнем. О, о, есть. Готов. Первого ты убил. Давай да, теперь да, вот да. этого. Вот этого, это мой. На, есть, ребят. О, еще один готов. Завалили мы его. Да, короче, ребят, если бы не репульсоры, то, мне кажется, мы бы уже давно погибли бы. Мы просто-напросто никак бы их не одолели. А, не... догнал, догнал. Засранец, блин, а. Капец. О, еще разозлился. Переборщили что-то мы, ребят, с количеством этих монстров. Смотри. Да, вижу, вижу, вижу. Да, ребят, когда картонную коробку начинают. Им сбиваешь с головы, они становятся быстрее, сильнее и больше урона наносят.
И вроде даже, ребят, у них ХП увеличивается. Но они типа в агрессивную такую вот форму переходят. Бесятся, злятся. И пытаются... О! Пытаются, убили, ребят, убить просто все, что только видят. И, в принципе, все, что не видят, тоже. Угу. А мы уже больше убили, готов. На самом деле. Все, так, добьем, вот добьем этих вообще. Давай добиваем. Так, вот этого давайте. Капец, конечно, дорогие друзья. Вы сами видите. Очень, просто... Очень, о, очень, ты двоих сразу убил. Сразу, красавчик. Так, а, тем временем они мне, ребята, сняли 10 тысяч уже ХП. Вы видите. Тихо, давай. А! Репульсор, ребят. Все, активируем, улетаем. Улетаем. О, ой, еще одному сбил. Стреляем. О, так, последний мой. Да, давай. Стреляем. Ну, давай же, добей его уже. Добиваю, стреляю. Он уклоняется, смотри. О, есть. Короче, да, друзья, вот так вот мега мощный железный человек. Мы еле-еле справились с этими... молоками, милкволкер-амбассадорами, ходячее молоко. Что, теперь давай сиреноголовых вызовем? Ну да. Самых, ребята, сильных монстров, если не считать титанов. Короче, погнали. Ну и, ребята, финальная битва. Два железных человека, я и Дарк, против 5 сиреноголовых. Ледяной сиреноголовый, деревянный сиреноголовый, темный сиреноголовый, обычный сиреноголовый и кровяной. Сиреноголовый. Короче, ребят, главное правило, к ним нельзя приближаться, хоть у тебя даже будет миллион хп, хоть миллиард, они тебя съедят, по-любому, хоть у тебя даже гудмод, блин, будет. Так что, ребят, нереально опасные монстры, нужно издалека, ребят, по ним стрелять. В рукопашку в этот раз я точно не полечу. Смотрите все, ребята, они пошли в атаку, стреляем по ним. О, правильно, удар, ребят, со спутника, стреляем. Так, они приближаются. Ребята, все, короче, берем наш репульсор и просто улетаем. Огонь. Стреляем, ребята. Тихо, выше. Дарк догоняет меня. Нет. Взлетаю. Фух, успел. Вроде, ребят, успел. Стреляем, давайте по ним. Сколько их, капец, конечно. Так, ребят, прямо издалека давайте. Огонь. Вот. Еще огонь. Так, я их вроде... Слушай, Дарк, давай по какому-то определенному сначала. Я стреляю по деревянному. Давай. Помогай мне тоже по деревянному. Ну, он самый безобидный, я бы лучше стрелял. Кстати, да, ты прав. Нужно, ребят, стрелять по максимально опасному, который может только быть. Это темный и, да, в принципе, кровяной. Ты помнишь, он тоже довольно-таки сильный. Смотрите, ребят, целая толпа прям бежит этих монстров. Так, сейчас запущу суперракету. Так, догоняют. А, тихо. Готовься, запускай суперракету. Ждем, ребята. Суперракету, Дарка. Что за суперракета? Подожди, ты про... А-а-а! Улетаем. Нифига себе. Мини-ядерный заряд. Угу. Да, ребят, видели? Ядерная бомба прям. Только в мини-ее версии. Так, а монстров все как и было, да, по-моему? 5. Так, ребята, и остается. Все, самых мощных репульсоров по ним стреляем. Да стреляем. Итак, куда, ребят, еще больше стрелять? Мы, ребят, по ним стреляем, и будто, видите, просто 0 урона. Очень-очень сильные. Очень, ребят, сильные наши все эти сиреноголовые. Их, ребят, буквально 5 штук, как будто, видите, целая армия против нас сражается какая-то. Да-да-да. Так, тихо. Стреляем, ребята, по ним. Прям в полете. Давайте вот этого кровяного, что ли, добьем. Давай. Стреляю по нему. Стреляю. Прям, ребята, из репульсоров. Темный. Еще смотрите, ребята, на меня прям идет и ледяной. Догоняет их слишком, друзья, много. Капец. Очень опасный. Что, друзья, будем делать, а? Да. Слушай, вот. Может, я попробую рукопашку подойти, а? Попробовать? Кровяному в рукопашку? А чё, ребят, с ним? Мы, кажется, его оглушили, что ли? Уведи, короче, от них всех. О-о-о! Чё, друзья, вообще произошло? Ты погиб? Не, меня немного оглушило, в пред. Нормально, это хорошо. А, так. Ты кровяного убил, что ли? О, смотрите, ребят, кровяной, кажется, погиб. Или он дыму в этом сидит? Ещё. Он дыму, ребят, сидит, смотрите, он еще жив. Обалдеть. Офигеть, вы понимаете, ребята, как это вообще возможно? Фух. Какие же они живучие. Крайне, ребят, видите, живучие, конечно. Так, я сиреноголового бью. Ребята, супер ударами. А, он меня схватил! Нет. Что, серьезно? Я в рукопашку попытался завалить. Это плохая идея, я теперь знаю, это хорошо. А, он меня тоже схватил, Живи, Дарк, живи. Все, меня, кажется, съели. Ну, короче, да, ребят, вы только что видели, чем мы только не стреляли, и спутником, ядерные всевозможные заряды, и в рукопашку били суперударами, и, ребята, с репульсоров, но сиреноголовые почему-то не поддаются нам, видите, ребят, вообще никак, что мы только не делаем с ними,
Все равно что-то, ребят, не получается. Короче, да, друзья, вот такой у нас сегодня прикольный видосик получился. Про Железного Человека против монстров Тревора Хендерсона. С вами, как всегда, был Слайк Маст и Дарк. Мы, ребят, в принципе, всех монстров Тревора победили, кроме вот почему-то именно сиреноголовых. Их, ребят, видите, мы не можем. Ну, как бы да. Вообще-то, ребят, сиреноголовые — это реально очень мощные монстры. И хоть, ребят, как бы Железный Человек победил Таноса по факту, но с другой стороны, ребят, не факт, что Танос победит сиреноголовых. А это мы, ребят, уже проверим в следующей серии. Ну, кстати, ты не учитываешь один момент. Какой? Железный Человек победил Таноса с помощью всех камней бесконечности. Это тоже, да, ты прав. То есть, значит, надо будет сравнить Перчатку Бесконечности против всех монстров Тревора. Да, ребят, конечно. Необычного Таноса, конечно же. В общем, да, ребят, такой у нас сегодня получился прикольный экспериментик. С вами, как всегда, были Слайк Маст и Дарк. Всем, ребята, спасибо за просмотр. Всем пока-пока-пока. Пока, народ.